Свой самый первый выбор в жизни эти малыши уже сделали. Пошли учиться в казачий класс. Два новых класса казачьей направленности в новом учебном году появились в станице Анапской. Для потомков кубанских казаков это естественный выбор. В нашей школе каждый год прирастает одним казачьим классом. И чем отличаются наши казачьи классы? Ну, прежде всего, красивая форма, дисциплина, правильное отношение ко всему. Ну, начиналось это все как будто бы с игры, да? А выросло в такое серьезное, крупное действие, как сейчас у нас в станице Анапской 11 казачьих классов. Это почти 300 человек. Это 300 человек ребят, которые окружены заботой и вниманием, с одной стороны, родителей, казачьего общества, администрации. Ребята получили благословение Русской Православной Церкви и услышали в свой адрес много добрых напутственных слов. Первые шаги делать только на пятерке, домой двоек не носить. Ну а родителям пожелать всех успехов в воспитании ваших детей. Они еще совсем недавно научились самостоятельно держать ложку, завязывать шнурки, но уже знают главное. Учебных предметов в казачьих классах больше, чем в обычных. Слово Божие, уроки мужества, да и дисциплина должна быть железная. Но у малышей есть пример. Старшеклассники, которые уже не первый год носят заветную форму. Казаки – это гордость России. Ну а мы, казачата, пока мы любую дорогу осилим, даже если она нелегка. Впереди первые уроки, новые знания, спортивные и интеллектуальные победы, яркая школьная жизнь. А пока, гордо блестя новенькими погонами, не смело держа в руках береты, они знакомятся и учатся дружить. Ведь дружба для казачат – основа всего.